Добрый день! Канал Фартень, и я с вами, Валентина Фурман. Весна. Сколько надежд, мечтаний о новых чувствах, открытиях готовит нам это время года. Мы сегодня отправились в сад посмотреть, какие у меня цветочки уже расцвели, ну и немного подстричь наши кустики. Красоту ты стоят мои, как колокольчики. Как будто вот-вот сейчас зазвенят. Красота. Тут у меня уже крокусы вылезли, красавцы мои. Здесь, ребята, не знаю, как сказать по-русски, по-немецки. Фетахена проклюнулась. Осенью цветет очень красиво. А тут у меня колокольчиков поляна. Вон какие красавцы стоят. А здесь, посмотрите, сколько уже ромашек. Маленькие такие, но уже расцвели. Наш помощник, как всегда, тут. Он везде помогает нам. Thank you.
Вот, друзьяшечки, я вам показывала эту розочку. Вот видите, какая она? Она уже цветет. Видите, какой набрала цвет. Вон какая красавица. Ну, а тут еще бутончики, конечно. И там тоже бутончики. Ну, вот тут мой зелененький розмарин. Был такой хорошенький кустик. Не знаю, что с ним случилось. И вот видите, пол куста как будто бы подсохло. Ну, мы, конечно, еще посмотрим за ним, как он будет себя вести нынче весной, летом. Если не отойдет, то придется пол куста убрать. Но вообще, конечно, он у нас очень такой хорошенький. Видите, запах такой от него стоит, прямо шикарный. Прямо я люблю. Но запах такой, как полынь. Очень хороший. Всем советую посадить его в сад. Мошки, кстати, от него отлетают. И всякие вот эти жужи отлетают от него.